Доброго дня, ми вітаємо всіх постійних глядачів програми «Якість життя». І ви можете не хвилюватися, нічого не трапилося. І я передам за кілька хвилин слово її постійному ведучому Петру Зайцеву. Ну а зараз хочу нагадати, що ця програма виходить з січня 2015 року, але тематично продовжила програму «Бесіди з лікарем», яка виходила на телевізійному каналі «Миколаїв» протягом аж 10 років. Весь цей час Петро Зайцев був її ведучим. За освітою лікар-пульмонолог, а останнім часом Петро Петрович займається інформаційною діяльністю в Миколаївській обласній лікарні. Напередодні Дня працівників радіо, телебачення і зв'язку ми зустрілися з Петром Петровичем, унікальною людиною, адже поєднує два в одному – лікує і тіла, і душі. В даному випадку словом в програмі «Якість життя». Скорее сейчас говорить? С доктором? Или с автором ведущего, с автором и ведущим программы «Якість життя»? На самом деле, мы в телевидении тоже немножко, как и какой-то там, разные из искусств призваны помогать людям. Но у вас получается два в одном. И как доктор, и как ведущий телевизионной программы. Вы когда-нибудь для себя задавали себе этот вопрос? Вот в этой программе вы кто больше, доктор или телевизионщик? Вопрос, конечно, такой сложный в каком плане, что мне сказать однозначно проблематично. Почему? Потому что, сказав, что я телевизионщик, значит, отречься вроде бы от своей основной профессии, да? А сказать, что я больше доктор, значит, тогда чего я там делаю вообще? Хотя, если так разобраться по-серьезному, то, в принципе, наверное, все же два в одном. Наверное, у врача есть миссия не только лечить людей, но и, наверное, оказывать другое влияние в плане и профилактики заболеваний, и выступать одновременно и психотерапевтом, и психологом, и, наверное, пропагандистом, прежде всего, здорового образа жизни. Наверное, вот эти... А это как средство, как способ реализации этих задач, которые, в принципе, всегда стоят перед любым врачом. И мне кажется, что вот это как раз самый такой удачный вариант совмещения. Ну, он, правда, не случайный, скажем даже так, для меня. Ну, не случайный, потому что уже была медицинская программа. Во-первых, была медицинская программа, а до медицинской программы я еще принимал участие. Но об этом чуть позже. Хорошо, сейчас и медицинская. Да, медицинская программа, она дала возможность, в общем-то, донести до широкого телезрителя, до широкой массы, все-таки те проблемы, которые должны решать не только медики, а должны при этом или принимать участие все-таки сами пациенты, само население. Когда речь идет о заболеваниях, то, наверное, нельзя всю вину и ответственность за тот или иной исход заболевания перекладывать на плечи врачей. Часто мы сами являемся как бы первопричиной тех всех проблем со здоровьем. Мы чего-то недоучитываем, чего-то мы недоделываем, где-то не прислушиваемся к тем советам, которые нам дают врачи, когда мы их посещаем. Поэтому там все-таки был определенный опыт, все-таки 10 лет они не прошли даром, в общем-то. И программа тоже имела какой-то рейтинг, она была услышана, многие, в общем-то, смотрели, особенно и коллеги, в общем-то, много говорили об этом, что эта программа крайне необходимая. И знаете, в чем необходимость ее? Даже не только в том, что это
опять же, и повторюсь, пропаганда здорового образа жизни, как-то достучаться до людей, чтобы они открыли двери, послушали эти проблемы, не выходя из дому, что очень важно. Но и для врачей, которые, в общем-то, начали узнавать друг друга. Многие ведь, мы не всегда пересекаемся. А здесь врач, посмотревший эту программу, узнает конкретно того или иного специалиста. И, в общем-то, это имеет большое профессиональное значение. Он уже проявляет к нему интерес и в плане может воспользоваться услугами конкретного врача, направляя своих пациентов. Вы знаете, я еще вот сейчас хотела спросить, раз мы уже такой более сейчас в медицинский аспект ушли, а телевидение потом чуть дальше. Сегодня, мне кажется, медицина несколько по-другому расставляет акценты. И дело не в пресловутой медицинской реформе, которая все никак не произойдет и не пойдет так, как она должна идти и развиваться, происходить. Мне кажется, что дело в том, что сегодня, вы очень хорошее слово сказали, ответственность. Что вот происходит то, что ответственность должна делиться. Между пациентом и врачом. И все больше пациентов сегодня это понимают. И все больше людей сегодня более серьезно, на мой взгляд, относятся к понятию «здоровый образ жизни». Это заслуга, мне кажется, тоже совместная врачей и тех, кто популяризирует медицинские знания. Не какую-то медицинскую практику, это понятно, это невозможно. А вот какую-то такую информацию, которая нужна для широкого круга, вот это совместная работа. Вы согласны с этим? Я вполне согласен. Почему? Потому что сегодняшние требования, вот вы сейчас подметили в отношении пресловутой реформы, мы уже тоже говорим, что она пресловутая, потому что она где-то есть, но где-то ее и нет. Да? И вот это как неродившийся еще ребенок. Вроде все понимают, что он должен быть, и что это будет мальчик, все понимают, УЗИ сегодня позволяет диагностировать и так далее. И мы ждем и никак не можем, как говорится, к чему-то прийти. Потому что многие вещи... Ну, сегодня одной из особенностей сегодняшнего здравоохранения является прежде всего, это, как мы уже привыкли говорить, это доступность к информации, да? Это накладывает определенный отпечаток. Мы всегда говорим вот нашим коллегам и так далее, что каждое ваше слово учитывается пациентом. То, как вы скажете, пациент проанализирует и может интерпретировать по-своему. Это второе. Кроме всего прочего, я вот всегда говорю, когда читаю, допустим, лекции для врачей, для медсестер, я всегда говорю, вы помните о том, что перед вами пациент, который тоже смотрит интернет, и он тоже владеет информацией, и он сопоставляет ваши слова со словами теми, которые он вычитал в интернете. Это немаловажно. И следующий факт – это то, что мы сегодня обязательно с больным находимся в комплаенсе, в согласии. И об этом говорит информационное как называть, соглашение, да, между врачом и пациентом. Сегодня без участия пациента в проведении тех или иных манипуляций это невозможно, это противозаконно. Поэтому мы сегодня обязательно больного ставим в известность. Это тоже немаловажно. Мы больному сегодня объясняем, что, зачем идет и почему это должно быть так, а не иначе. Это очень важный как бы нюанс нашей сегодняшней деятельности. Это все-таки особенность. Ведь раньше мы этим, как говорится, не заморачивали голову. Мы считали, что мы вправе решать судьбу больного. А сегодня мы должны помнить, что существуют права пациента, существуют права, в общем-то, человека, да, и он имеет право и на достоверную информацию, и как бы участвует в этом процессе. А тем более, если уж говорить, чем это продиктовано прежде всего финансовой стороной нашей сегодняшней деятельности. Сегодня нет бесплатного здравоохранения, сегодня нет бесплатной помощи. Больной за все расплачивается сам, и он обязан получить полную и достоверную информацию. То есть слово – это сегодня тоже один из инструментов врача? Конечно же, конечно, да. Без этого просто никак невозможно. Нельзя небрежно бросить больному реплику, что вот что же вы хотите, у вас вот такой-то диагноз, у вас такое-то заболевание.
Сегодня это непростительно для врача, такой ответ. Ты должен пригласить больного и конкретно побеседовать и рассказать ему все, что связано с этой патологией, чем это чревато, какие выходы из ситуации и так далее и тому подобное. Поэтому слово здесь, оно всегда имело значение, скажем так. Слово можно и лечить, и слово можно и убить человека, потому что мы эмоциональные люди, в общем-то, воспринимаем все через слух. И, конечно, это отражается на нашей ситуации, на нашем настроении и так далее. Поэтому слово теперь начала играть еще более важную роль, чем когда-либо. Ну, вот как я уже сказала, это вот как один из инструментов. Вот раньше говорили, в больнице стены лечат. Сегодня, мне кажется, немножко не так. Дело не в стенах больницы. Дело в том слове, который врач находит, да, общаясь со своим пациентом. Да, найти способы для диалога, для взаимного. Это еще имеет обратную сторону в каком плане, что неудовлетворенность больного порождает жалобы. Это один из таких компонентов сегодняшнего дня, таких негативных, что ли. И начинают больные писать во всей ипостаси, да, вот куда угодно пишут письма, хотя ответ рядом. Удели этому больному чуточку больше внимания, и у него не появится желания задавать вопросы куда-то через вышестоящие инстанции, тем более, что это бумеранг, и все равно ответ приходит от тех же врачей и так далее и тому подобное. Поэтому, вот опять же, значимость слова – это можно дать таблетку молча, а можно сопроводить эту таблетку определенными словами. Это потенцирует действие любого лекарственного вещества. Это проверено, это даже не, абсолютно никак не, нельзя опровергнуть. Священные мантры. Да. Потому что иногда, вот мы же прекрасно знаем, что все любые исследования по целесообразности или эффективности любого лекарственного препарата проверяются на группе волонтеров и на группе больных, и даются плацебо, да, таблетки, которые... И парадокс, ведь иногда плацебо помогает, вот о чем идет речь. Ну, это разные, конечно, категории заболеваний, понятное дело, но... И опять же это, потому что там были слова, и человек поверил. Ну, вот по поводу слов, мы с вами уже говорили об этом когда-то, но я абсолютно уверена, что не лишнее это повторять. И да, в тех программах, в которых мне приходится общаться с врачами, я тоже об этом часто вспоминаю. Ну, как пример, моя бабушка выписывала журнал «Здоровье» и болела всеми болезнями из очередного номера. Да. Сегодня у нас есть интернет, и там можно найти такое количество себе заболеваний. Хорошо, что люди старшего возраста не все владеют, да, потому что это вот было это бы точно, то же самое. То есть это обратная сторона слова, да, которая доступна. Да. Доступна в такой степени, что мы начинаем все это примерять тут же на себя. Вам с этим тоже приходится? Приходится. Приходится доказывать пациентам, что с его точки зрения, будь то педагог или инженер, или кто-то еще, даже люди, имеющие высшее образование, у них своя трактовка и свое понимание тех или иных процессов, которые вот они хотят у себя увидеть или даже подозревают. Иногда приходится даже напоминать, что врач 6 лет учится в институте и 2-3 года проходит интернатуру для того, чтобы полностью освоить, и то это на первых порах, а только жизненный опыт ему позволит через какое-то определенное время стать именно тем врачом, не ментором, а именно врачом, который будет логично и в меру использовать это слово применительно к тем или иным ситуациям, я имею в виду в лечебном процессе. А вот точка зрения обывателя, в хорошем смысле слова, она не всегда, в общем-то, может быть адекватной, ну, применительно и к процессу лечения, и к течению заболевания и так далее. Другая логика, другой способ мышления, другая основа понимания процессов. Слишком уж специфика большая. Как другой раз больной говорит, а кто лучше меня знает мой организм? Увы, к сожалению. Ну, тут есть еще продолжение, не стану об этом говорить, о грустном. Петр Петрович, ну и теперь телевизионная часть.
беседы с доктором, вы сказали, эта программа имеет большую телевизионную историю, но до бесед с доктором был другой телевизионный опыт, художественный, да. Творческий. Я не хочу сказать, что беседы с врачом не творческая. Это тоже творческая работа, но она немножечко в другой плоскости. Да, специфика, да. А был вот такой опыт, который вы в свое время осуществили, реализовали вместе с Эмилием Январевым в компании друзей артистов. Да. Хорошо сейчас вспоминаете то время? Очень хорошо. И я настолько хорошо, я с благодарностью просто вспоминаю всех тех людей. Вот вы сейчас сказали насчет Эмилия Январева, Владимира Дедкова, Юру Скиба, Валерия Гроссмана. Это те люди, с которыми мне посчастливилось когда-то встретиться. И они, ну, как-то повлияли, в общем-то, на формирование моих взглядов и так далее. Конечно, я был далек от мысли, вернее как, может быть, мысли у меня и были, но я был далек от способа реализации своих как притязаний, да, на это дело. И вдруг вот такая вот событийная встреча там, с тем же Эмилием Ядырем, который пригласил свою программу, да, «Поле зрения». Я всегда говорил, ну как оно хорошо звучало, да. Я попал в поле зрения Эмилию Январеву, да. И отсюда все и началось. И начались вот какие-то совместные, содружественные постановки, да, вот наших программ были. Я по сегодняшний день вспоминаю это как самые яркие мои впечатления именно. И потом это дало толчок, когда я немножечко попробовал себя в этом театральном ревью, да, вот «Огни рампы». Я, во-первых, ну, просто-напросто, я очень люблю театр, это раз. Но просто тогда я понял, что эта ноша не по мне, в каком плане. Ну, не могу я каждый вечер посвящать, отдавать театру свое время, которого не так уж и много, тем более при профессиональной занятости это было. Я с большой вот жалостью расстался с той программой. Хотя, может быть, какой-то опыт какой-то я приобрел, и, наверное, поэтому мне было проще перейти вот именно в свою профессиональную. А потом, ну, как-то мне казалось, что время подошло такое, что нужно об этом говорить, и нужно, вот, чтобы именно профессионал-врач, в общем, об этом говорил, и что-то как-то кто-то воспринимал это с пользой для себя. И тогда я перешел вот к этому. Петр Петрович, ну, не без вашей помощи. А на сцену в театре вы вышли до телевидения или уже имея опыт? Нет, уже имея, да. Вот что хочу сказать. Я актер одной роли. Причем эта роль у меня, она роковая, это роль врача. Даже в том спектакле я сыграл роль врача. Это прежде. Вот. Всегда хотел. Дело в том, что сцена для меня это не, как говорится, это не Антарктида, которую еще по-прежнему все еще изучают. Сцена для меня была уже местом, куда меня всегда тянуло. Это и школьные годы, это и студенческие годы. И, конечно же, я все время я был привязан к этому. Я не знаю даже почему, что мною там двигало и так далее. В армии я занимался, естественно, вот, эстрадным искусством, если так можно выразиться, на уровне самодеятельности, понятное дело. А здесь вдруг вот как-то в нужное время, в нужном месте мы встретились с этой задумкой. И когда я увидел эту роль в исполнении актера, профессионального актера, мне страшно захотелось хотя бы продублировать его в каком-то варианте. А после того, как я это сделал, тут Витя уступил мне эту роль, и я имел счастье, в общем-то, с театром где-то показываться в районах, во дворцах культуры и так далее, в свободное от работы время, это то выходные дни. То есть вы гастролировали? Я даже испытал это удовольствие, что я был в числе вот гастролеров таких вот. Да, это вот действительно было. Я не говорю, что там я когда-то мечтал там сыграть дядю Ваню. Нет, наверное, какой-то амплуа
во мне было заложено. Хотя, наверное, при хорошей режиссуре, наверное, мог бы еще чего-то сделать. Но это такое дело. Все-таки существует основная работа, которая требует гораздо больше времени, сил и так далее. Но самолюбие было удовлетворено. Петр Петрович, я вернусь к телевидению. Вот вы сейчас вспоминали ту телевизионную семью, в которую вы пришли. К сожалению, сегодня уже с грустью. Грустью, конечно. И телевидение стало другим. Не только потому, что ушли вот эти мэтры, хотя мы о них вспоминаем очень хорошо. Очень хорошо. По-прежнему во многом они остаются для нас профессиональными ориентирами, очень серьезными. Но телевидение меняется еще и по требованию времени. Как вам сегодняшнее телевидение? Ну, можно сказать, по-разному к этому отнестись. Что я хочу сказать? Конечно же, если бы я сказал, что мне больше импонирует телевидение тех прошлых лет, вы бы сказали, что я, так сказать... Я же не просила сравнивать, я спросила, как вам сегодняшний. Знаете, есть врожденное качество – это любопытство. И, наверное, с моей стороны... И, наверное, оно позволяет мне принимать современный темпоритм телевидения таким, какое оно есть сегодня. И мне очень хочется, сказав, я сейчас не могу цитировать, задрав штаны, да, и бежать вместе с этим телевидением куда угодно. Потому что телевидение – это же вирус, это же вот, это как пришел когда-то. И при всем при том, что столько бывает всякого, как в любой профессии, и накладки, и прочие разочарования, скажем так, и тем не менее туда манит и тянет, да, вот, и к микрофону, и к этой камере, и так далее. Если говорить о телевидении вообще, не о нашем, то претензий можно назвать очень много, скажем так. Многое я не воспринимаю абсолютно. Я не воспринимаю, что телевидение сегодня... немножечко планку и морально, и эстетически немножко позволяет себе опустить ниже, чем положено. Это однозначно. Многое что-то мне там не очень нравится, эти шуточки, прибауточки, эти развлекушечки. Хотя без этого, наверное, телевидение тоже не может быть. Так же, как оно без рекламы сегодня не может существовать. Вот. Но в основном, конечно, все равно прогресс существует, его надо признавать. И веяние времени, оно ведь диктует и нашу жизнь по-любому, и в медицине точно так же. Мы же тоже, медицина консервативна, это тут вопросов даже не может быть, сомнений нет. У нас все врачи, особенно, как теперь можно сказать, старое поколение, да, они консервативны, у них базис сильный, и у них очень много корифеев стоят за спиной, через которые, с которыми они общались. Это... багаж достойный, и его так вот просто, как рюкзак, не сбросишь. Все равно ты несешь и помнишь об этом, так же, как вот мы сейчас назвали наших корифеев телевидения, да, вот людей, с которыми я вот просто с благодарностью всегда вспоминал и вспоминаю, потому что это и по-человечески, даже не только вот там в рамках формате наших программ, нет, просто по-человечески, за пределами телестудии мы общались с ними и говорили на всякие разные темы, это всегда было очень интересно и здорово, особенно для меня, как человека, который пришел с другой профессии, да, вот сюда. Для меня это было так важно, это был университет. Вот. Поэтому я вот так считаю, что при всем вот консерватизме взглядов, все равно ты находишь в себе силы, в общем-то, немножечко смотреть по-другому, на некоторые вещи не принимать. Петр Петрович, и тогда ваши пожелания вашим коллегам по телевизионному цеху? А, по телевизионному цеху? Вот только одного можно пожелать, чтобы у всех хватало на все это энергии, чтобы рождались какие-то замыслы, чтобы люди не стояли на месте, чтобы дерзали, и в телевидении нужно дерзать. Я сталкиваюсь с этим, когда говорят, так нельзя, так нельзя. Почему так нельзя?
Давайте попробуем. А вдруг так можно и так будет красиво? У нас это бывает. Вот это самое. И в медицине, так и на телевидении то же самое. А в принципе, конечно же, в канун вот этого дня, который обозначен как профессиональный праздник, и я постольку в какой-то степени причастен к этому, я просто рад и счастлив всех поздравить и пожелать, конечно же, успехов, хорошей техники, и уж куда приземленнее сказать, и хорошей, достойной зарплаты этим творческим людям. Они делают очень большое дело. И сегодня без этого, без телевидения, любая квартира – это пустой дом. Поэтому еще раз поздравляю и огромное спасибо за то, что вы уделили мне внимание. Спасибо.